Приветствую вас, уважаемые товарищи. У меня сегодня демонстрация будет. Демонстрация фильтра от компании Arturia. Фильтр, который эмулирует фильтр от знаменитого синтезатора Korg MS-20. И я покажу, что в этом фильтре есть и какие он эффекты применяет, какие модуляции и так далее. Поэтому с тебя, Лукас, подписочкой, пиши, конечно же, коммент, понравился тебе формат подобного видео или нет. Буду рад пообщаться с вами в комментариях, друзья. Ну, мы погнали. Переключаюсь на захват экрана и поехали показывать. Так, где он тут? Опа. Loop Cloud, драм, короче, поехали, показываю. Включаем драмочку сразу, ударную. И поехали на ней показывать работу фильтра, короче, да. Так, открываем фильтр, включаю фильтр. Пресетик у нас сейчас будет басовый сатуратор. Оцени, какой звук. Камеру подкорректирую. Такое, знаете, приятное изменение очень баса произошло. Уберу лишнее из камеры, чтобы вас это не смущало. Оп, корректировку закончил. И добавлю веб-камеру на экран. Сейчас мы тоже подкорректировали, чтобы вы меня могли видеть. Вот это так будет. Короче, поехали дальше ковырять этот замечательный плагин. А следующий пресет у нас будет, кстати, пройдет по пресетам. Бас Ритмайзер. Как он такое? Я же говорил, здесь очень крутые плагины встроены, точнее, эффекты встроены. В этом прямо, это не просто, понимаете, плагин, это какой-то эффектор. Так, дальше дисторшн, классическая параллельная дисторсия. Слышишь, да, такое изменение ударных, такое прикольное произошло. Идем дальше. Приятный звук. Габер секвенция. Тут прям секвенция какая-то. Очень приятная. Скажу так, мир очень приятненько. Средняя гитарная сатурация. Очень красивый тоже эффект. Образ сатурает какой-то преследователь гитары. Давайте попробуем. Вообще так люто изменило все. Мне нравится, ребята. Мне реально нравится. Надеюсь, меня хорошо будет на видео слышно. Будет поближе микрофон. Офигенный эффект. Абсурдный клиповый сатуратор. Вообще хорош. Scratch Hayley. Сатурированный преследователь шины. О! Синтезированный скретчер. Идем дальше. Следующий эффект у нас динамика. Классический сайдчейн. Gated snare. Drums rave room. Фильтры разные. Например, 8-баровый Rise Up. Конечно, можно все регулировать, все крутить. Слышите, да, как он интересно работает? Как это оксидовый кислотный Better Maker, который делает типа лучше кислотную. Давайте дальше. Тут здесь много разных эффектов, фильтров и пресетиков, вообще обожаю. Мне бы такую педальку, ребята, мне бы такую педальку. Добавляю грязное движение, называется фильтр. Интересно. Можно покрутить, кстати, повертеть.
Дисторшн. О, как изменило звук, я же говорил. Ну как вам такое, а? Лютая штука. Я потихонечку пойду по остальным эффектам. Ой. Это можно регулировать, естественно. Я думал, тут простой этот самый плагин, но нифига он не простой. Добавила 50 Гц к ударникам, чтобы басовый звук получился. Надеюсь, вы в наушниках слушаете, не забыли поставить Лукас. Ой, хорошо. Ломающий луп ударных. Сатуратор. Луповый. Ой, красиво. Да-да-да. Прям вообще хорошо пошло. Лютая штука. И самое прикольное, что он раздавался этот эффект недавно бесплатно на Артуре, а так стоит 99 баксов. Блин, красиво, ребята, очень красиво, прям. Я в восторге. Это я просто по фильтрам иду, по пресетикам. Я думаю, эти пресеты еще и подгружать сюда, скорее всего, можно. По-любому же можно банки добавлять. Прикиньте, еще потом расширить какими-нибудь банками эти пресеты, а? Дополнительно. Ты очень гибкий, я понимаю. Есть кнопка лайк на пресете. Если мне понравилось, то могу нажать лайк, например. Я просто иду по пресетам фильтров сейчас, которые встроены в этом фильтре MS-20. Это просто пресеты фильтров. И я, ребята, реально в таком... в офигенном чувстве. Я должен был вам это показать, потому что это очень круто. Ой! Это хорошо пошло. Психоделическая пульсация называется. Красиво. Психический арпеджиатор. Или арпеджиатор психа. Серебряное движение. Каждый пресет, он что-то стоит, ребята. Он прикольный, каждый. Давайте сменим звук, нажмем кнопочку Generate, сгенерируем новое звучание нашей драмки. Поехали. Чтобы вам не так скучно было. Поехали дальше. Медленное стерео. Ой, какой стерео эффект приятный. Слева направо, справа налево, да ты просто кайфуешь сидишь. Красиво, это просто какой-то вот фантастический трек у нас, наверное, получается. Я просто присяду и переключаю, ничего больше не сделаю. Я офигеваю. Ой, хорош. Паттер степпер надо поставить. Ему лайк, и вот этого тоже. Какой фэст, райный дерево. Стоп, назад. Ну, вот это вот слово стерео тоже понравилось, хорош. Регулировать, что это клево.
Надеюсь, вам этот видос понравится. Я в восторге от этого фильтра и того, что вам сейчас показываю. Положи это после своего реверба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, понеслось. Ой, как понеслось, хорошо-то. Разные каналы летают. Ай, как бабочки. Тоже неплохой эффект. Трансформер называется. Ритмически трансформированное обрезание. Опа, 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 оп, опа, опа, оп, 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 опа, оп, 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 опа, опа, оп. Поехали дальше. Ой-ой-ой-ой. Жара пошла, ребята. С каждым эффектом я проникаюсь этим фильтром все больше и больше. Все больше и больше проникаюсь я этим фильтром. Все больше и больше проникаюсь я этим фильтром. Этим фильтром проникаюсь я все больше и больше. Бля, клёвый эффектор. Точно, фильтр-эффектор. Фатальный мегафон сегодня у тебя здесь. Фатальный мегафон сегодня у тебя здесь. Локальный мегафон называется эффектор. Опа-па-па-пау. 35 герц буст. Как тебе такое, а, рэпчик? Да пацана, который считает рэпчик, это очень неплохой приемчик. Такой фильтр включил и понесло. Такой фильтр включил и понесся биток. Прямо биток, прямо биток. Ой, поехали дальше. Хорош, хорош, ребята. Модуляция. О, эффекта модуляции пока. Офигительно. Опа-па-па-па. Модуляцию можно включить. Она здесь скрыта, ребята. Она включается вот так внизу. Как вам такое? А? Я просто в восторге лютом, реально. Если даже покупать эту штуку за 100 баксов, оно того стоит. Мне бы такую железку, друзья. Я думаю, вы были также, да, друзья, где у меня камера, где моя камера, где моя камера, от экрана уберем. Я надеюсь, что вам это также понравилось, как и мне, я получил реальный кайф, записывая вам это видео. Поэтому, ребят, пишите обязательно отзывы, комменты, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, буду признателен, с удовольствием с вами пообщаюсь в комментах. До новых встреч, с вами был.